Государственная дума России ушла на каникулы, но депутаты продолжают работу в округах. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с теми, кто представляет интересы республики в высшем законодательном органе страны. Михаил Игнатьев поздравил Николая Малова с началом большой серьезной работы. Депутат вошел в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Готов работать на любом участке. И здесь, Михаил Васильевич, мы в эпицентре. Если что-то не так, берем на себя. Там как раз для нас, для вас тот комитет, где мы можем плюсы получать для республики. Надо вот показывать, где несовершенство законодательной базы для принятия даже решений судебных органов. И по экологической безопасности это самый главный ключевой инструмент для вас. Что касается экологии, у нашего региона есть чему поучиться, считают в Госдуме России. У меня коллеги из других регионов, они просятся и полигон твердых бытовых отходов на уровне России. Они уже знают, что Чебоксары успешно работает, и они тоже ищут варианты. Плотная работа с избирателями помогает выявлять и проблемные точки. То, что замечают наши жители, как раз и ложится в том числе в проекты законов. Вот у меня как раз сейчас есть в разработке два проекта, пока они еще не внесены, потому что мы сейчас смотрим с экспертным сообществом нашей фракции, насколько они действительно нуждаются именно в прописи, в законах. Глава Чувашии поблагодарил парламентариев за службу Отечеству и избирателям и пожелал эффективной и результативной законотворческой работы. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.